Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии, как вы помните, я довольно-таки сильно испортил свою Чигата, но в результате оказалось, что я ее не испортил, но в результате она начала наносить урон по большей части по нежити и по прочим врагам. Поэтому я ее откатил до обычного Чигата на плюс 5, все равно мне сказали, что в Sands Fortress там будет продавец, который позволит вкачивать... Короче говоря, оружие очень легко, потому что все предметы, необходимые для прокачки оружия, то есть эти осколки, будут у него продаваться. Теперь, о чем я хочу сказать. Я нашел того парня, про которого я говорил, которого нужно убить, у которого хорошие предметы. Для этого нужно было вначале в лесу, как вы помните, где мы принимаем ковенанты этих охотников лесных. После того, как принимаешь ковенант, найти около помещения, где была эта кошка, собственно, его, он там стоит со своим помощником, поговорить с ним, и в результате он появляется вот тут, как раз где я его искал. И сейчас мы на него посмотрим и, скорее всего, его убьем. Ох ты, как сохранилось-то, у меня тут, оказывается, все мертвы уже. Я не знал, что так можно. Ну ладно. Как видите, я в этой самой броне. Она довольно неплохая. Слабая, конечно, но зато в ней подвижность просто дикая. Так, ну и вот наш паренек стоит. Давайте я вам покажу, что он продает. В принципе, он продает не самые нужные вещи, то есть обычное оружие. Если бы он был где-то в начале игры, это было бы еще как-то более-менее понятно. Сейчас на том этапе, когда все оружие уже прокачано, все вот эти вот его приблуды, они... Подожди. Меня призывает другой мир. То есть, так, меня, похоже, призывают в другой мир. Короче говоря, когда в тот лес вторгаются какие-то нарушители, если ты вот с этим ковенантом... Ух ты, обломилась. Ну ладно. Вообще, сетевой код у данной игры довольно корявый. Давайте посмотрим еще. Короче говоря, нужно защищать этот лес от фантомов. Да блин, опять призывают. Да что ж такое? Я думаю, я сейчас его атакую, и как раз у меня этот ковенант. Давайте подождем, интересно же. Я, кстати говоря, с этой катаной не думаю, что я смогу что-то противопоставить тому, кто там есть сейчас в этом лесу, скорее всего, окажусь. Ну, давайте попробуем. Кто-то, короче говоря, бегает по этому лесу, нам нужно его защищать от расхитителей сокровищ этого леса. Пока что мы состоим в этом ковенанте. У меня нет большого опыта драки с этими засранцами. Ну да, мы тут и появляемся. Так что не могу гарантировать. Добрый день. Не могу гарантировать, что мы его сейчас убьем. Но попытаемся, конечно. Так, хорошо. Меня давно, кстати, просили показать. Ты как, свой или не свой? Ой. Ой. Ты какого же удара-то был, а? Ой, какого уровня? Я вообще ничего не успел понять. Хорошо мы защитили. Я думал, он уровне так на 100 меня выше был. Это же офигеть. С трех ударов уломал. Ну ладно. Вообще, нужно избавляться от этого ковенанта. Я его получал исключительно ради того, чтобы убить этого торговца. Если кого волнует. Как видите, после этого у меня не отнялись ни души, ни моя человечность. Так что ничего страшного не произошло. Единственное, враги остановились. Так, я ниндзя. Да, костюм ниндзя прикольный, он идет к катане. Единственное, что не идет к этому костюму, к этой катане, это щит. Так, ну ладно. Я больше не хочу никуда. Короче говоря, это будет нелегкий бой. Если меня сейчас убьют, вы не удивляйтесь. Потому что их двое, они оба очень сильные. Если меня убьют, то они окажутся там как раз наверху в лесу, и мне придется идти туда с ними драться. Но мы их сегодня убьем в этой серии, так что не волнуйтесь. Видите, да, какой у него тесак? Так, дорогой, давай иди сюда. Тихо.
разучился играть, опять не играл. Сколько уже? Почти неделю не играл. Офигеть. Да ты успокойся, мать твою. Далеко ты не убежишь, говорит. Ты 1000 душ за него дали. Так, теперь мне нужно его... С него мы получили Муракума и железный круглый щит. Сейчас нам нужно убить его помощника. Вот с него как раз выпадет то, что нам нужно. Так, он там застрял, тупица. Ну, давай. Хорошо. Неужто получится воспользоваться твоей тупостью? Ой, тупой. О, блин. Клиника. Говорили, что это очень сложный бой. Я пока что такого не ощущаю. Ой, что это было? Все, готов. Вообще легко получилось. Ну и ладно, нашим легче. Так, берем кольцо и Darkwood Green Ring. Так, теперь возвращаемся к своему костерку, и там уже будем смотреть свой хабар. То, что мы получили. Кольцо это как раз к моему билду, то есть на декстерите. Просто идеальное. Вообще одно из лучших колец, насколько мне сказали, в игре. И ковенант у меня сейчас, ну-ка, ковенанта у меня сейчас нет. То есть они теперь со мной поссорились и опять меня в лесу будут атаковать. Ну и хрен с ними. Так. Вот это колечко хорошее, но нам оно, в принципе, сейчас не так сильно нужно. А лучше вот это вот, Кэт. Тихо-тихо-тихо. Меня как раз призывали, похоже, из-за этого кольца, а я что-то не догнал. Когда это кольцо надето, тебя могут призывать вниз. Так, короче, вот наше новое кольцо. Что оно дает? Оно дает вот такие кувырки. И теперь как ниндзя. Куё! Куё! Офигенно! Блин, это вообще круто. Вы видите, да? Это очень сильно будет помогать нам по игре. То есть вместо вот таких кувырков, которые, в принципе, тоже довольно-таки быстрые, теперь мы получили кувырок, который чуть ли не в половину быстрее... Ой, не то надел. Не в половину быстрее того, так что теперь мы за счет подвижности будем вообще прекрасно себя чувствовать. Так, ну и что, в этой серии, я думаю, мы пойдем в Sands Fortress. Так, для этого нам нужно будет опять подняться по тому дебильному подъему, где я постоянно умираю по много-много раз. Давайте первый раз попробуем. Кстати говоря, мы можем уровень поднять. Так, давайте что ли, выносливость повысим, чтобы носить более тяжелую броню. Ну пока побегаем все равно в этой. Для этого нам нужно подняться по подъемнику, пройти через долину драконов, подняться наверх. Короче говоря, путь минут на 10, я думаю, при удачном стечении обстоятельств. Так что, все у нас в порядке. Кстати говоря, блин, я все не привыкну к этой штуке, к этим прыжкам. Ну, блин, это офигенно. Теперь я натуральный ниндзя. Куё! Так, давайте посмотрим его меч. Я думаю, у меня силёнок на него хватит, нет? Муракумо. Урон 113, вес 12 против 5 моих. Офигеть, тесак. Ну да, если его прокачать, и если бы у меня был танк, то это было бы, я думаю, прекрасное оружие. Но я лучше своего Чагатана, из которой прошел пол игры. Либо с Фальчионом. Фальчион мне тоже очень нравится. Посмотрим, короче говоря. Так. Спокойно, не спеша. Так, что нам вообще еще осталось в данной местности? В Блайттауне нам, по-моему, делать-то больше и нечего. Единственное, что можно пойти в ту долину, которую видели, там корни, спуск вниз был еще глубже, то есть получается даже глубже, чем та локация ад. То есть вообще офигеть, как глубоко.
Ну, туда мы пойдем после того, как пройдем Sands Fortress, наверное. Пока что мне туда неохота. Потому что я посмотрел, там такой геморрой, судя по всему. Это же вот тут вот, если довольно-таки еще много всяких мест, на которых можно стоять. Не такие узкие во многих местах поверхности. Там же вообще по корням бегать. Это шаг влево, шаг вправо, падение и сразу смерть. И начинать опять с бомфая. Так что та локация, я думаю, будет то еще головной болью. Добрый день! Так. Так. Блин, как я соскучился по этой игре, она офигительна. Так, ну и что, поднялись мимо тех здоровяков, я думаю, просто прибежим. Мне они, честно говоря, надоели. Слишком их там дофига. Постараемся, по крайней мере. Вообще, у меня сейчас столько грешков на моем персонаже, что я думаю, ко мне один за другим будут лезть эти. Вот! К один за другим будут лезть темные фантомы. В попытках наказать меня. И, скорее всего, у них это получится, потому что темные фантомы, они, как правило, более высокого уровня, чем я. Так, чё паца? Да хрен с вами. Я хоть одного фантома за время прохождения победил, нет? Надо будет как-нибудь реабилитироваться. А, один раз победил, но там я победил чисто из-за того, что он был без одежды и дрался со мной щитами. То есть издевался надо мной просто. А так просто рвут, просто рвут. Кстати говоря, мне сказали, что нужно делать здесь, чтобы можно было атаковать привидений. Нужно быть проклятым. Или на крайняк использовать, где-то здесь лежит предмет. Его можно покупать у той травницы, которая в туннеле около Андетбурга. Короче говоря, временное проклятие на тебе будет похоже. Но нужно быть обязательно проклятым, чтобы суметь их как-то бить. Я думаю, я просто проклятие на себя сделаю, она убавит у меня половину жизни, но, по крайней мере, я был уверен, что в самый неподходящий момент у меня это проклятие не кончится, и меня из-за этого не убьют. А так, половина жизни, я думаю, там хватит. Ну, туда тоже сходим, не волнуйся. Мест, куда пойти, еще полно. Катакомбы те же. Когда пойду в катакомбы, надо бы какой-нибудь меч заковать. Опять в Divine, потому что если закуешь меч в Divine, то у тебя вот эти скелеты, которые там вставали, после того, как ты их разламывал на части, они вставать перестанут. Опять же, спасибо за советы. Кроме того, мне сказали, что эти скелеты могут быть упокоены еще, и если мы убьем некроманта, который там в катакомбах их контролирует. То есть у каждой группировки там штук по 10 скелетов есть свой некромант. Его найдешь, убиваешь его, и после этого скелеты уже перестают возрождаться. Так что все. С этим совсем тоже порешили. Ну и кроме того, у нас есть дорога в ад. Тоже не самое приятное место. Но туда мне сказали, пока лучше вообще не суваться. Пороты имени не спросите. Так, ну и вот мы, собственно, почти дошли. Давайте стандартная процедура. Ой. Так. Хай-я! Ниндзя прикольный. Надо бы, конечно, его броню как-нибудь прокачать будет. Ну, да пофигу. Пока что без этого неплохо. SS-фласки у нас плюс 3, как видите. То есть я за кадром... Когда бегал в лес, собственно, знать, что же такое, почему у меня не появляется этот торговец, я использовал на той молчащей леди свою еще одну Firekeeper Soul, то есть прокачали до плюс 3. Так, ну и что, Sands Fortress, говорят, одна из самых интересных локаций в игре. Давайте посмотрим, как теперь на нас будут реагировать эти змееголовые. Я думаю, ничего хорошего особо от них ждать все равно не приходится, хотя я стал посильнее. Но, по крайней мере, они не будут меня убивать с одного удара. Так, это я помню. Тут у нас нажимная пластина на полу. Смотрите. Блин, я так и знал, что сработает.
Так, и второй. Второй меня-то во время первого визита, по-моему, заколупал окончательно. Они еще говорят, что если бьют своим пастью своей, то, короче говоря, типа кислотой какой-то, что ли, оружие разрушает. Вот так вот, когда делают. Так, хорошо. Ох, какие резкие. Но с ниндзя не поспоришь. Хорошо, спасибо, что подсказали мне, что у нас в Блайтауне же такая веселая броня. У нее статы вообще никакущие, но, блин, как она круто выглядит. Защита 9, при том, что моя любимая броня Вандерер 11. В принципе, не такая же большая разница. Тут тоже довольно-таки печально все. Ну ладно. Так, ты хочешь мне помочь, что ли? Давай, толстячок, смотрите, какой пухлик. Я не знаю, мне говорят, что у людей нет проблем со всякими призывами. Говорят, что это у меня сеть такая плохая. Может быть. Но, насколько я знаю, сколько людей я спрашивал, у всех были с этим проблемы. Так, похоже, знак-то уже пропал. Я не успел на него нажать, что ли? Ну ладно. Так, вы меня не атакуете? Напоминает амнезию, я там боялся, что эти рыцари начнут на меня нападать. Руки-то как выставили. Типа, эй, дорогой, слушай, здравствуй, проходи, шашлик будем кушать, водка пить. А, нет, они водку не пьют. Так. Ладно, что-то меня несет сегодня. Так, ну и вот наша локация. Прям Индиана Джонс, натурально. Там внизу, кстати говоря, вот этот вот демон. У него вроде как хорошие вещи. Я даже не помню, где меня тут в прошлый раз убило. Но надо быть осторожным. Так, очень неприятное место для драки. Ах. Подожди, это... Блин, вот не хватало... Да сдохни ты, мать твою! Так, темный фантом. По крайней мере, на этом мостике он ко мне сзади не подойдет. Так, ты что ты делаешь? Давай, дорогой. Ну... Пацанелла. Блин, вот если бы... А, не эта тварь! Ну, как обычно. Простите меня за это. Но было прикольно. Не знаю, я думаю, я бы его убил. Я бы его убил. Но бы мешает. Помешал тот стрелок сверху ворошиловский, который мне всю малину обосрал. Извините за выражение. Да и вообще, ладно. Два неудачных ПВП за одну серию, это, конечно, печально. Ну да ладно. По крайней мере, я вижу, что я могу с ними справляться. Давайте без человечности тут побегаем. Видите, ко мне как много темных фантомов лезет. Это потому, что я негодяй. Я убиваю всяких людей ради личной выгоды. Так, браток, иди сюда. Но? Ладно, хоть я недалеко ушел, мне так обидно. Оп, оп, оп. Всегда буду этим пользоваться. Хотя, надеюсь, всегда мне не понадобится. То есть с первого раза, наверное, пройдем, да? Как обычно. Блин, да чего я подвижно стал? Это же офигеть. Но он тоже не дурак. Ну ладно. Уже могу дать им опор. Это меня радует.
Блин, почему же я вечно падаю к этим демонам? Так, вон там мои души лежат. Ну, их не так много было, но тем не менее, все же жалко. Вообще я был не особо подготовлен к этому бою. Вот с этим дрался сколько? Пацанчиком. Да блин. Ой, эта локация будет настоящей головной болью. Блин, да чего подлючи наверху тут скотобаза? Тихо, тихо. Падай. Ох, хорошо. Так. Да чего ж ты мне мешаешься, а там? Да у нас спереди есть еще кто-нибудь? Просто неудобно. Да чего же неудобно? Так, ладно. Куда-то мы продвинулись. Я не помню, где я последний раз умер. Ну, то есть, не в этой серии, а когда первый раз я сюда наведывался. И не могу сказать. Но с тобой, засранец, мы сейчас разберемся. Блин, как неудобно все. Да, так будет, конечно, довольно долго, я так понимаю. Ну-ка, попадет, нет? Так, он не попадает, я попадаю, отлично. Так, все, прилег, пацан. Был пацан и нет пацана. Интересно все же, что ж там такое лежит? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, хорошо. Ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Блин, как я тебя не заметил. Да я тебя сейчас не вижу. А вот ты. Костик опять пишет. Так, вот тут я свалился в прошлый раз. Куда-то он туда ниже. Мне сказали, а почему ты не использовал кость для возвращения к бонфайру? Я забыл. Банально забыл. Надо было, конечно, использовать, не спорю. Так, ну что, паренек, по-моему, в прошлый раз я решил... Он там спит, что ли? Смотрите, он спит. Я решил его разбудить, пострелять в него стрелами. В результате он все вот это оббежал. И в результате я упал, насколько я помню. Давайте лучше постараемся как-то... Так, ну тут кроме как к нему, я, собственно, дороги никуда не вижу, так что пойдем сюда. Я лишних драк не ищу. Так, кровавый отпечаток. Как он умер? Он стоял, ждал вот так. Да, похоже, его змеюку убило, что ли. Так, хорошо. А в ту сторону? А в ту сторону у нас провал, похоже, да? Ладно. Давай, 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 давай. Ой, блин, что-то не особо это нравится. Как бы это не босс был. Интересно, его выманить как-нибудь можно? Ну ладно. Вроде не босс. Так, я вижу...
штучку, которая стреляет дротиками. Видимо, где-то здесь ловушка. Ага, вот она. Ну-ка, можно ее тут как в Скайриме стрелу активировать, нет? Можно. Подожди. Да, блин. С тобой хрен поймешь. Я знаю. Я осознанно шел на это. Фу, блин, нет, все-таки сложно с ними драться, конечно. Очень опасные твари именно из-за того, что... Блин, может мне тут больше фальчион подойдет? Урон у него, конечно, поменьше, но скорость побыстрее. Он в два раза легче. В закрытых помещениях, может, с ним полегче будет? Интересно, ловушка по новому зарядилась. Блин, что за звуки там такие? Ой, тихо. Твою мать. Катится. Ну-ка. Ой, там что-то лежит. Блин, сколько тут всего, а? Ой, ой, куда, куда я бегу, куда я бегу, куда бегу? О. Так, со спины никто не идет. Подожди. А, лестница? Там лестница какая-то. Так. Мне сказали, что в Sands Fortress всегда стреляй по сундукам. Твою мать. Но не сказали почему. Блин, сейчас. Вашу мать. Я тебя не пущу просто сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Могли бы уж написать, что там такое в этих сундуках. Но его тоже убило, да? Офигеть. Ой, блин, я испугался. Ой, офигеть. Так, ну ладно. Ладно. Я понял, почему так нахваливают этот Sands Fortress. Я понял, почему нужно стрелять по сундукам. А если бы я просто подошел? Ну ладно, я даже не хочу знать. Так, давай, браток, иди сюда. Что-то мне фальчон не особо помогает, он тоже, блин, зацепляется за стены. Только так. Только в путь, как говорится. Давайте-ка нафиг чекатану лучше. От нее кровотечения неплохие идут. Так, браток, иди. Иди сюда. Видите, да, что творит? У чекатана это все-таки зверское оружие в данной игре. Да, блин, вот иногда
нажал кнопку и не знаю из-за чего, но не срабатывает. Чаще всего с аптечками так. То ли я слишком слабо нажимаю. Блин, сейчас опять парится с тем. Да сдохни ты уже, мать твою, что ж ты не дохнешь? Опять парится с тем мостиком. Что пишут? Здесь? Что здесь? Ну, проход, что ли? Ну, проход-то это понятно. Так. Слабак. А он не умер, похоже, да? Блин. Ладно, хоть стрел до хренища. Мне кто-то говорил, что хедшоты лучше работают. Я, честно говоря, пока этого не замечаю. Хотя, может, я ему и не ставлю хедшоты. Но вроде как верхнюю часть тела стреляю. Не знаю. Вам виднее. Вы у нас спецы по 100 раз игру проходившие. Тихо. Ой-ой-ой-ой. Опять забыл. Так, опять же здесь. Опять же опасная драка. Подожди, а где камень? Я слышу, он катается. Ну а тут почему он не ездит? Я сейчас пойду, он поедет. Что-то, блин, я чую замануху очередную. Ладно, побежали. Судя по тому, что он выбежал, видимо, тут все-таки ничего не будет, что ли? Знаете? Классные ножики. Давайте посмотрим, что у нас здесь тогда. Ага. Так. Нормально вроде. Кольцо стальной защиты. Что это нам дает? Повышает защиту и физические атаки. Слушай, неплохо. По-моему, хорошо. Так, а тут больше ничего нет? А, вот какой-то. А, нет, подожди. А почему она больше в эту сторону не катится, я не пойму. Ну ладно. Давайте посмотрим, что с той стороны тогда, раз не катается. Может, там у нас... Ой-ой, он прям за... Нет, он не за мной. Так, что у нас здесь? Я не скачусь. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо. Слушай, а тут еще дорога. Офигеть. Подожди, это же тот паренек. Ты откуда появился? Удивительные новости, я тебе скажу. Опять смеется по-дебильному.
Ah, so you see my sight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough. Короче, вы столкнули эти камни, он говорит, я не могу их обогнать. Поэтому я сижу тут и жду чуда. Короче, какой-то... Тоже ждал, как дверь будет открыта, теперь ждет как... И все, что ли? Такой небольшой секретик. Они же есть спуск. Судя по всему, лучше не стоит. Так, ладно, хорошо. Единственное, чего я не понял, это почему камни больше в эту сторону не катятся, но, видимо, это мы выясним попозже. Надо сказать, ниндзяцкий костюм меня радует. Своей подвижностью, своей легкостью. Здесь, конечно, во многом еще заслуга. Ага, слышит. Ущерб. И сюда. Блин, а почему у него не сработало? Да хрен ты со мной справишься с таким макаром. Так, ладно, я похоже понял против них тактику. Единственное, но с ними сложно, что это именно в узких коридорах драться. У них очень такие атаки неприятные. Так, хорошо. Я погиб в последний раз, насколько я помню. Ой, нет, не тут! Ой, бляха, муха, вставай. Вставай быстрее. Блин, чуть не убился. В этом месте надо быть очень осторожным. Так. Так. Души. Давайте-ка мы сейчас проедем камень и посмотрим, что у нас тут вот. Че, все что? Может, сюда нужно успеть, пока эти камни сюда не попадали? Затрудняюсь ответить, честно говоря. Серпентринг. Что за серпентринг? Так, вроде пока никого, давайте посмотрим. Так. Увеличивает шанс найти предмет. Блин. Я даже не знаю, я разрываюсь. Давайте поставим его вместо усиления урона. Потому что вот эта вот штука мне очень нравится. Так, ну и чё? Туда пойти? Или лучше к этому сундуку? Ой, не падай. Не надо. Ну, что-то я падаю сегодня. Вообще лажаю очень много. 6 аптечек осталось. Так, надо разобраться с этим хреном. Что-то он какой-то довольно-таки сильный, надо отметить. Ой-ой-ой, придурок, ну что ж ты застрял-то в углу? Меня опять эта тварь сейчас убьет.
Скотина, бляха, муха, я неправильно опять себя повел, надо было там с ним драться. Блин, это будет то еще главный бой, это я вам точно могу сказать. Фу, так, ну блин, Zen Fortress мне нравится, это просто какая-то офигительная локация. Слишком много всяких подлючих тварей, слишком много всяких ловушек. Короче говоря, в следующей серии сюда мы пойдем, опять же, я думаю, в следующей серии мы все-таки добьемся больше успеха, чем в этой. Но как бы там ни было, это будет в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.